Привет всем, кто смотрит это видео. Пришла сегодня посылка из Китая. Хотел показать вам, что пришло в этот раз. Я думаю, что это для квадрокоптера. Смотрим, давайте. Это, значит, станочек такой вот маленький для балансировки пропеллеров для квадрокоптера. Давайте его откроем дальше. Вот. Для того, чтобы пропеллеры не били, и как-то, чтобы был баланс нужный. Вот так вот между магнитами это вешается и балансируется, и тогда не будет никаких вибраций на валах моторов за счет балансировки хорошей. Вот здесь вот зажимается, соответственно, пропеллер и вывешивается. Который я собрался собрать и запустить его на даче. Потом посмотрим. Давайте посмотрим, что это такое.